конкурс «Дети читают и пишут стихи». Кровашкина Алина, город Киров, 11 лет. Ирина Крутеева, Таня. Мама, посмотри, какое солнце! Видишь, оно падает в Неву. Если мне спасать его придется, я тебя на помощь позову. Правда, что оно сейчас похоже на большой, румяный, вкусный блин. И на леденец немного тоже. Жалко только, что всего один. Вот бы шоколадную конфету и хрустящие булки с молоком. Чтоб быстрее наступило лето, и чтоб наш не разбомбили дом. Под худым протертым одеялом посильней зажмуривши глаза, девочка в отчаянии шептала, бушевала за окном гроза. Только сердце как на бат взрывало, сердце, не изведавшее грез. Девочка беззвучно закричала, а потом заплакала без слез. И писала, плохо понимая, девочка, дрожащей рукой. Мамы нет. 13 мая. И помедлив год, 42-й. Беззащитные страницы Раня вывела на красной полосе. И живых осталось одна Таня. И еще что, умерли все. Май другой, победой трудной, пьяной, встретил долгожданную весну. И народ немыслимо упрямый выиграл великую войну. И опять весна, и скольких в мире Танями девчонок назовут. Только вот в большой своей квартире Савичевы больше не живут.